Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Audi 200. Ремонт заднего крыла. Итак, ремонтировать буду при помощи споттера. Машина приехала ко мне уже разобранная. И начну я ремонт вот с этого места. Чтобы его вытянуть, мне придется удалить внутренний металл. Теперь я имею доступ к поврежденному месту, вытягиваю и равняю его. В этом месте я закончил, теперь приступаю к вытяжке ребер жесткости. Сначала вытяну верхний кант, затем нижний и вот этот вот заломчик. Использовать буду споттер. Thank you.
Ребра вытянул, теперь выравниваю плоскость. Привариваю удаленную часть. На этом работа с металлом закончена. Покрываю голый металл грунтом и устанавливаю все детали задом. На сегодня это все. Моя работа закончена. Отдаю машину хозяину. На эту работу ушло 15 часов. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!